Новогоднее кино на ТВ-РУС. Мышка. Эдик. Мышечка. Что со мной? Ты упала в обморок. В обморок? Честно говоря, я всегда считал тебя гадким утенком. А теперь ты превратилась в красивую женщину. Знаешь, увидел тебя и вдруг понял, что я всю жизнь искал не ту женщину. Все будет хорошо, вот увидишь. Это тебе. Спасибо. Это дом Галины Сергеевны, я не ошибся. А вы, простите, кто? Я гость. К нам приехал умник. Ты уберешь эту гадкую ухмылку со своего лица. А я тебе за это ничего не сломаю. Не расслабляйся. Кого-то ждешь? Нет. А кто это? Александр. Муж этой красивой женщины. Можно просто Саша? Дарья Михайлова, Сергей Маковецкий, Рима Маркова и Владимир Епифанцев в фильме «Новогодний детектив». В среду на ТВ-РУС.